В Тульской области сегодня массовые субботники. В акции вместе с жителями участвует и губернатор Алексей Дюмин. Он приехал в Платоновский парк, где сегодня сажают деревья и убирают валежник. Глава региона спилил несколько деревьев бензопилой. Платоновский парк начали благоустраивать в прошлом году. Там же появились ротонды и мощенные дорожки. А в дальнейшем власти обещают детские игровые комплексы, спортивные сооружения и современные фонари. Смотрели обращение по поводу благоустройства Платоновского парка. Значит, парк находится в федеральной собственности, находится в аренде у нашего предприятия крупного. И буквально за, можно сказать, короткий промежуток времени уже сделана большая работа. Давайте вместе посмотрим, как мы дальше будем развиваться, что мы дальше будем делать и как будем в будущем еще какие работы будем делать по Платоновскому парку. Потому что он очень важен для жителей нескольких микрорайонов.